Рязанские наркополицейские задержали цыганку в микрорайоне Приокский. Во время обыска в квартире на улице Энгельса оперативники обнаружили кокаин и метадон. Причем изъятая партия синтетического наркотика стала одной из крупнейших за всю историю региона. Данная женщина цыганской национальности периодически приезжала в город Рязань к своим родственникам. И в то время, когда она посещала своих родственников, к ней съезжались курьеры из различных областей в России, которые получали у нее за деньги наркотики. В отношении задержанной цыганки ведется уголовное дело по статье «Приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере». Также в новогодние праздники сотрудники госнаркоконтроля изъяли около 1,5 килограмма наркотических средств. Еще оперативники накрыли дезоморфиновый притон на улице Разина. В нем задержаны молодые мужчины и женщины, которые с ноября прошлого года готовили и употребляли со своими знакомыми этот сильно действующий наркотик. Сожители в течение нескольких месяцев приглашали к себе домой лиц, употребляющих дезоморфин, совместно его изготавливали, ну и в дальнейшем употребляли. В момент прихода в помещение наркополицейских там находилось 4 человека, кроме хозяев там были и 2 посетителей. У подозреваемых были изъяты 3 шприца с готовым дезоморфином.